Вы знаете, я, конечно, тот законопроект, который сейчас в том объеме, да, я его не поддерживаю. Почему? Потому что я считаю, что в нашей среде, да, ужесточать, чтобы человек получил за то, что он в кинотеатре, извините меня, на мобильный телефон или на видеокамеру заснял информацию и потом ее передал или выложил в интернете. Но согласитесь, мы живем в демократическом государстве, и ужесточать закон, это в первую очередь мы, наоборот, получим гнев от наших избирателей. И этот гнев повернется, он в первую очередь против нас. Нас, как той партии, которая защищает всегда и должна защищать права и законы, и интересы наших граждан. То есть в том объеме мы его не поддерживаем. Да, ужесточать надо, но для кого? Не для тех людей, которые, извините меня, сидят и в кинотеатре снимают тот художественный фильм на телефон, да, и делятся информацией, а для тех людей, которые, извините меня, в первую очередь делают на миллионы, миллионы, извините меня, рублей доходы от получаемой предпринимательской незаконной деятельности, пиратства, да. Вот для этих, да, я согласен, что надо и вводить и больше штрафов, и уголовную ответственность, да, вплоть до того, что на 2-3 года посадить их в тюрьму. Именно для организаторов, но не для обыкновенного гражданина Российской Федерации.